данного мотоцикла. Оценка общая 3 по GBA и 4, соответственно, по BDS. Какие замечания можно увидеть невооруженным глазом? Небольшое окисление барабана. Спицы целые, диски не ржавые, не гнутые. Пыльники на вилке под замену. Вилка сухая. Есть небольшие замечания по ломам. Вот видно, такие как скольчики. Не ржавчина, а именно как скольчики. Снизу и вот здесь как появление маленьких черепашек уже. То есть предстоит полировка, дабы сальники не умирали. Бак сильно поцарапан. Также это все заметно. Есть уже небольшие проблемы с хромом на двигателе. В идеале все восстанавливать. Внешнее замечание можно смело ставить 3 однозначно. По резине можно покатать. Сзади также видим окисление тормозных барабанов. Штака задних стоек целые. Электрика вся в исправном состоянии. Трубы глушителей не помяты, целые, сиденье целое, без порезов, надрывов, вмятин и так далее. Переднее крыло также в идеале, конечно, уже покрасить. Полировка вряд ли уже спасет. Внешний вид немножко станет лучше, но все же. Переднее колесо, ну, скажем так, 3,5 из 5. Мотоцикл 85 года выпуска. Suzuki Intruder 750 кубических сантиметров. Заявленная оценка по GBA 3 балла.